На паркет Дворца спорта «Видное» вышли наши баскетболистки, а противостоял им «Спартак» из Ногинска. Яркая, динамичная игра завязалась на паркете уже с первых минут. Команды демонстрировали примерно равную по силе игру и оказывали друг другу мощное сопротивление. Дерби – это в любом случае как бы такие особые матчи, да, и они всегда непростые. Неважно, кто находится чуть пониже в турнирной таблице, кто чуть повыше. В принципе, мы обычно одерживали победы, но каждая игра, она всегда сюрприз, и ты не знаешь, что тебя ждет в самом конце. Поэтому как будем работать, такой и будет результат. На протяжении всей первой половины встречи цифры на турнирном табло были практически одинаковые. Но высокий процент реализации трехочковых бросков позволил видновским «Спартакам» все же уйти на большой перерыв с преимуществом. К тому же матч проходил при горячей поддержке наших трибун. Очень напряженная игра, как никогда. Мы очень часто ходим, смотрим, и это напряженное. Если они соберутся сейчас, то они сегодня они в более лучшей форме, чем предыдущие игры. Видно по игре, они более активны сегодня. Они сейчас во втором периоде будут поднажмут. Они всегда в первой половине не очень, а во второй они их... Должны победить. Родные стены должны нам помочь. Так и получилось. В заключительной части домашней встречи видновчанки показали результативную и дисциплинированную игру и стали явными лидерами. К финальной сирене наши баскетболистки подошли с разгромным счетом 88-74. Следующую игру премьер-лиги «Спарта НК» проведет 7 апреля в Курске с местной командой «Инвенты». Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.